Эссенси Тотара. Вокзали Тотала. Бензин чистый, как вода Ниагара. Летит сквозь дым перегара. Всем привет, с вами снова Денчик. Сегодня мы записываем Flash Carbon на GameCube. И со мной, как всегда, Гэд. Всем привет. Серега. И я, Слендерфолл. И Слендерфолл. Всем здрасте. Да. Ну что ж. Осталось нам пройти всего-то ничего. Раз, два, три, четыре территории захватить. Всего-то сейчас ничего осталось. Сейчас мы гонку покатим, мы с Вандерфолл погостим. В гонку. Всего-то ничего, по сути, фигня. Есть кто ждал карбон, будь доволен. Кто там пишут уже, когда карбон, сейчас будет. Ой, положи здесь. А? Перед поворотом находится. Ну да, тут дороги узкие, повороты очень крутые. Локаций, кстати, стал поменьше или нет? А вы там во что, в погоне играете, да? Не, мы в бомбе тут гоняемся, он был мир. Я вообще в карбон езжу. Я вот тоже в Уолде по территории карбона езжу. Как ни странно. Ну вот правда, я сюжетку прохожу. Ну ясное дело, что сюжетку проходишь по твоим комментариям. Только глупый бы, наверное, не догадался. Готов? А, погони или гонки? Гонки. А, сейчас тогда подожди. Так, сменить машину. Угу, готов. Тут Маклаун круги выворачивает. Панк уже нас приглашает. Трындец! Жесть! Спалили не любим, не все 49 уровня. Ну да, всем пришло. Мне нужно в срочном порядке тебя обгонять. Да и не только я. Там еще Серегу надо будет обойти, потом уже меня. А че все одно и то же взяли? Собственно, почему мы поедем? Только Спиди почему-то не прокачал. Ну да ладно, продать детали ведь можно некоторые. Как кому здесь самый идеальный? Ты на рогатке едешь, я вижу. Ну это я на рогатке еду. Я вас обоих. Слышишь? Не кидай. Спасибо, и страшка нету. Зато к стенкам будешь прилипать больше. Я по ним езжу, вернись, в воротах. Я только в кайф. Да.
захватывать. Да, только я из-за азота нифига дороги не вижу. Ай, играет с видом от капота. Я сейчас сама третья улица играю. Там от кого везде. Я вообще самый опасный вид бампер. Да, но получается с видом от капота меняется и угол обзора. Я тебе еще приначился. Не знаю, зачем. По красоте я сейчас это было, конечно. Улети. Слендер на азотике летает. Привет. Здрасте. Серьезно, я вот сейчас ошибусь, да, и ты меня пройдешь всякое. А, я уже далеко. Это честная конкуренция, то есть когда уровень одинаковый. И тачки одинаковые. Это честная конкуренция. Тут решает скилл. Да, тут решает скилл. А, конкуренция везения тут. И это тоже. Интересно, когда у меня закончилось везение? Скажите мне, пожалуйста. Не знаю. Наверное, года два назад. Катям дерьмогу дают. Чего за Катя там происходит? Кто-то дрифтит все время. Невидимая текстурка, зашибись. Я еще тачку сменил. Я это невидимую текстурку словил. Поздравляю. Она наверняка еще и в Ворлде есть, эта невидимая текстурочка. Готов поспорить. Да. Я ехал, такой буф, врезался в какую-то невидимую текстурочку. Ну, что, все готовы? Готов. Приглашаю, короче, готов сам укол. Ня-н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 я. Пока не под конкурентоспособный будет. Ух! Хрена тут маневры тут были сейчас. Мне вот интересно, каково пройти карбон и Most Wanted, не используя замедление времени? Я так и делаю. Я вообще без замедления времени прохожу. Вот именно, я тоже не понимаю, нафига нам нужно. Я так и делаю, блин, без замедления. А я даже в поворотах ее не использую, я вообще нигде не использую никогда. Да. Логично. И в андерковере такая же хрень. Там в андерковере даже тормоза не всегда надо использовать. Сколько я не использую. Там по сути то же самое. Другая физика. Там по сути то же самое. Я ей не пользуюсь. Деревца не слышите. Деревья. Там сзади кто-то расхреначился, сейчас я видел. Это я был. А, кстати, вот этот самый спринт, который радар тут есть, собственно говоря. А тут почти что все эти, как у чекпоинты, спринты, это радар, ну как сказать, радар или спринт, или чекпоинты. Спринты там все. Это тоже. Ненавижу ночью гоняться. У меня уже не ночь, у меня утро в игре. У меня ночь. У меня еще звездная ночь. У меня утро уже в игре. Угу. У меня, знаешь, такая яркая, правда, ночка. Да, блин, пацаны. Yeah.
Стаган. Как ты меня в сторонке-то спихиваешь? Я никого не спихиваю. Да нет, я говорю про того, кто на Макларене. Он на зонде, я на Макларене. А, ну ладно. Я немного путаю. Я вообще без таранки, я тупо на зонде посвистел мимо вас и все. Кто у нас на первом тут у нас? Я. Тащу. Пока что. Ой, сейчас бы не спалить заражение, которое кругом кто-то снес. Конечно. Ну то я снес. Почему же я не думал? Зачем вообще нужна эта рогатка? Ну, типа ускорение. Это, пацаны, эффект драфта ZMPS-карбон. Ну да. Что? Это эффект драфта ZMPS-карбон. Ну я понял. Ну а что это за фигня такая? Ну, ускорение. Слепстрим называется. Там подъезжаешь в машине, ускоряешься, а тут просто нажимаешь и ускоряешься. Еще командные. Короче, облегчили задачу. Да, еще командная рогатка. Пестелки, которые. В погоне. Это по кайфу. Должен к финишу приближаемся. Я только что с хайвея сдулся. Мы уже поехали, если чё. Да. Кто-то меня перед финишем удел, походу. Всё. Я первый. Чего? Но это не мои, потому что я на клавиатуре играю сейчас. Думаешь, как я где-то делал сейчас? Мне золотые галочки дают. Почему так? Такое. Так, медали. Белую трансмиссию. Медалям. На одну звезду. А мне газ мой видимый спидбаги. 4-4-2. В смысле, как это? Очень-очень натурально. Спидбагинг. Меня ликвидировали нахуй на забыли. Запаривайся, спидбагинг. Это как тебя кикнули из игры? Не знаю. Я не читер как бы. Я в третий раз такое. Не знаю, странно как-то. Чем могу нас получить? Зайдем, допишем. А. Магнус Полукер кастом. И Магнус Полукер чем-то хочется надо спросить. Что тогда? Один стоит. Плюс 25.
Опять ты во двор все выходишь? Не знаю, как получается, так получается. Короче, дичь какая-то, на фан я злого был, губы с ним. А, тот самый круг. Я вот только не знаю, куда мне этот двигатель ставить. В игре опять мощь. Сейчас. Короче говоря, у меня идея вылетела. Не знаю почему, конечно. Ладно, пацаны, пригласите в группу, если можно. Я пока что смотрю тачки. Ты что, уже в игре, что ли? Да. Просто перезапустить. На цели 50 уровень еще не выполнил. Да блин. Ну? Айку, спасибо. Копейте, пока что не смотрю. Ладно, погнали на тёплую задолбанную гонку. Да, мне, видимо, сейчас придется покупать второй Макларен. И уже на него ставить этот золотой двигатель. На фиг знает. А он ждет, ну что, он только на скорость, а у тебя... на скорость, на ускорение, второй параметр у тебя будет 0, то есть или 22 будет 0, или вместо 13 будет 0. Только его в паре с надувом будет использоваться, но логично, да иначе получится судья. Кстати говоря, это действительно то, что после 60-го можно купить вот эти золотые детали? Ага. Ну да. По нему 60 уровень, ничего нормально, вперед, без догадки. А, я думал, вы меня обманываете. Я тут до него вообще узнал. Что, если чего, говорится, все вопросы к нему. Но, скорее всего, это отдельная информация. Спасибо за уменьшенную управляемость. По магниту можно определять твое местонахождение. Кстати. Да, я этим и пользовался иной раз. С ботами, когда гонял. Корвет просто выпихнул нафиг, я сейчас. Да ты меня попытался столкнуть, а вдруг сам улетел, мне показалось. Да. Тебе не показалось. Ну, ясно, стеночник. Я не стеночник, я вдоль стенки поехал нормально и притормаживал. Ага.
Спасибо. Ни хрена себе. Нет, я больше на этот трюк не попадусь. С одиночным деревом. Я лучше аккуратненько проедусь по толстой траектории. На корвет блоканули сейчас. Ты издеваешься, нет? Меня тоже в тоннеле там загамили, по-моему, в стенку, нет? Кто сейчас вхренятился, какие-то знакомые, в невидимую стенку, что ли? Ну там угол есть один, который я не понял вообще, как я туда попал. Это же глюки какие-то в игре. Корвет уехал. А, подрифтовать решил. Да уж. Ну что, как, приглашать? Ты где? Кстати. Точки смотрю. Ага. Ну, я в последних секундах присоединяюсь. Я вот только 158 тысяч пытался на броне страхов 33. А вот у тебя сколько? Я не знаю, я так к половине приблизился. У меня чуть поменьше половины. Буквально чуть-чуть. Давай вот от этого знака Need for Speed, говори, где ты. Я еще стою вообще. Готов. Нет, от знака Need for Speed вот этот на панели. Ну уже ноги. Пошло. Вот у меня получается центральная жирная полоса и вот эта маленькая следующая заполнена только. Ну у меня прям ноги ровно прошла еще, пошла шкала. Я теперь в дерево врезался случайно, благо отлетел от него. Я чуть этот в поворот не вошел.
все ясно, просто понятно с тобой. С тобой я вижу опасно связываться. Я впереди, сзади, то я тут не вижу. Так я уже вошел в этот поворот. Это вообще не вижу тебя сзади. Не, ну я видел тебя, как ты до того поворота дошел, дальше все, я от тебя оторвался. Я тебя уже сейчас наблюдаю, кстати. Я тебя немного наблюдаю сзади. Там тебя немного размотало, что ли? Ну да, было такое. И тем не менее, ты не отстал. Одна тысяча сойдет. И движок 16.8. Уже над знаком D прошла шкала. У меня над знаком человечка эта полоса стоит. Ладно, ну что сказать, фосфолин. Сойдем что-нибудь. Чтобы это разнообразие. Открывается движок, бля. Давай, я не знаю, возьми этот. Машина для погони. Да я пока еще вот сюда приглашу, здесь сейчас сгоняем. Что-то как-то супра что-то немножко сливает. У меня супра против коветов не сливал в ПК-шном карбоне. Может ботов чуть-чуть по сложности подбросил. Что-то как-то супра сливает. Без движка. Мне кажется, ты догадался, что это за гонка. А, 5 контрольных точек. Контрольные точки, вот это такое. Да и пофигу! Most Wanted, Carbon там одно и то же. Вообще полностью идентичные автомобили. Ага. Охренеть уже. Полностью идентичные уровни, полностью идентичные все, грубо говоря. А как ты быстрее это стартанул? Идеальный старт. Ну, я понял, я тоже его применил, но ты тем не менее быстрее уехал. Я не знаю, какой может быть. Я. Как говорится, почти толку ни хрена играю. Я хз, в общем, прикол, может быть, спасибо. Кстати.
Я подмогу похлеще заранее посвечу. Я подмогу похлеще чуть-чуть заранее. Слышь, кстати, подключу. А, сосулька что ли? Красоте, блин. Трафик волчком крутился, сейчас видел? Это для скринов же там чат не только же NPS-ку туда кидай скрин. Можешь не кидать. Хочешь что? GTA просто кидай. У меня другое есть. Ну, из игры что-то. Ну да, и кое-что необычно. Ну не дай, мулер посмотрим. Сейчас, потом. Сейчас, я уберу это. Я бы этот поворот назад не проходил. Потом иначе это очень здорово. А, с тормозами. Нормально проходит. Уже где-то подобный спринт проходил как контрольную точку. Вот. Да. Может они как раз таки из Most Wanted и с Карбона берут эти гонки? Ну так ясен хрен. Конечно же оттуда. Радары там всякие эти, чекпоинты переделали в спринты. Ну да. Кстати, где-то почему ты через ту срезку тогда не поехал? Subaru Impreza открыта, правда, она мне не нужна. А что? Опять атакуют? Ой, блин. Я еще даже движок не поставил. Я ж солью опять. Ну так напарник, я не знаю, заставь отдуваться, пускай он впереди едет. Конечно. Напарник там узел, конечно, по-моему. Да, конечно, напарники, блин. Как у Сончика напарник. Бриди. Вообще ржавка полная. Ага. Я на первом месте! Я на первом месте! Угу. Зипись, там напарник! Там фраза еще жестче, чем в карбоне, отвечаю, блядь. Вау! Зипись, напарник! Вот уехал. Гонку уехал. Сейчас у нас борьба раннего. А у вас гонки или погоня? Гонки. Я взял гонки необычные. Ну и тот же момент легендарный. Фэмка? Нееее, это этот, Skyline, Пол Уокер. А? Зачем ты за контор спалил? А чё? Этот, блин, подумал о BMW, блин. Да-да-да-да-да-да, рано, блядь. Да-да-да. Операция софт, чётенькая. Полноте еще лучше. По кайфу, иди. Ещё помогу. Пал. Как пал? Кто первый? Я первый. Но было интересно в конце. Война раннего, ёптыть. Чё, Серёг, готов? Чё, хоть. Скриншок успел. О, у меня дальше знакомый просто уехал полоса опыта. Я посмотрел. Ну, ты
Что, конечно, нет в городе, это небо с луной. Точно нету такого. Небо с луной, а звезд. А че звезд не можешь? Ну просто так ты сказал. А, Свендел, ты где? Мы тебя не видели. Подожди, я в гараже пока что. Да. А, ладно, мы вдвоем, попытаем тогда. Серега, посмотрим. Макова, я-то солью, понятно. Не, я сейчас это Макларен. Я Макларен новый куплю. Я тебя как раз по уровню как раз погоню. А что-то знакового поиска не дашь. Так. Автодилер. Какие-то машины. Марка. МС Ларен. Красавчик. МС Ларен. МС Леон тогда уж. Не, МС Ларен. О, этот еще и бонусы вкачал. Респект ему. Фу, я тебя сейчас за трафик приму. Еще бы и за свой трафик тогда включишь, как и без. Вот. Так. Че, умеешь уворачиваться? Уклон учился. Ну так, вот этот пилот моста, там такая колонна, джипы. Так как думаешь, как же я в погоне за джипов уворачиваюсь? Моста колонны учили. Эндокорил тоже, как это мере. А так в андерковере ведь гораздо легче. Они легкие. Там вообще лазовые попы поистине, там вообще фу, тупо покайфовать с ним только можно и все, расслабиться. Как тебе сказать? На клаве может быть. Я на Xbox-ской версии играл, там, во-первых, ограничение кадров до 30. Ну и второй график, конечно. Там такой. Там такой мод не поставишь, как этот, да? Я вообще стол на минималках убивал. Тебе повезло, я на Xbox убился, там все на утрах не снизишь. Жесть, там, по-моему, вот этот вот желтизна, вот это тоже. Желтизна реально глаза режет. Вот если в Most Wanted на этих ее нету. На поездке. Да. То это жесть. Вот. Зато жди качество. Пацаны, это главный бич приставочных игр, нельзя графику понизить. Чтобы желтизны не было. Ну еще ограничение кадров. Ну, это тоже в какой-то мере. Тридцатка на консолях старого. Пацаны, у меня тоже на эмуляторе тридцатка, и чё? Ну, у меня бандик тридцатку ограничивает, в любом случае. Бэт без бандика стол, с бандиком 30, мне по кайфу вообще. Я разницы не замечаю просто. Какие бы новинки сейчас играют, тридцатку на Xbox One, этот Forza Horizon 4. Да, тридцатка идёт. Xbox One обычно без X. Вайпер уехал! Блин. Там обещают 120 FPS. Сколько? Ну это 2020. Сейчас я пока одну гонку проеду. Давай. Вот нахрена этот бот снес вот эту хрень? Я помню, это еще за счет навыков. Уже за того, что трафик собирают, и так еще. Не, за счет этого. Не, навык, ну, автор реально красавчик, помню. Точно, если что, не было, там свежо. Типа вот, форсажи. Чё, кто ты в точности скопировал, типа? Отдал честь по Вольфу. Скайликом. А ты обычный Skyline или Nismo взял? Nismo. Nismo версия. Mm-hmm. А то там есть обычная. Ну не, Nismo, кажется, получше. Тут капот есть такой вот. Ходящий. Я все-таки на бот это брею выбор. Кстати говоря, в World можно все-таки дрифтить и без этого. Смысл, как-то считаю.
А чё, дрифт-тренера никто не отменял в свободной гонке? Нет, я имею в виду дрифт на грани переворота. Только так можно дрифтить. Без тренера. Спасибо. А чё произошло, ты нахуй? Я притормозил до полной остановки. Смотри, зачем? Поддаюсь. Ага. Еще бы ночью форсаж. А сейчас не ночка там у вас? Я утро уже. Утро тоже. У меня ночь до сих пор. Я поставил конфигурацию софт. Ну да будет. По-моему, найти вообще скучно цепляться. Интересно. Пойдем поменять. Зачем я это сделал? Да. Еще такой, наверное, знак кстати, необычный. Какой? Какой-то типа гражданский, знаешь, там. С маленькими TH3B0555. Ну и фон, собственно, тоже. Поехали, что эту гоночку скатаем. Сам че? Не знаю, одиночку катать походу. У меня, кстати, уже 50-й. О, поздравляю, Metal Scout будет. Поехали, давай. Вы в ту задростку гонку да играете? Не, мы уже палку мы играли. А, ну окей. Ты чё? Кстати говоря, тот 25% двигатель он все же добавляет немного. 25%? Что в ускорение, что в управляемость. Она называется 25. Да, 25 только к скорости дает, а по цифрам там 0 к ускорению, 0 к управляемости, а по фактам дает. Там. Это какие-то скрытые характеристики, походу, что ли? Да это введенные, по сути. Я говорю, это походу скрытые характеристики. Ага. Раз они улучшаются. Да еще и плюс это введенные просто эти новые. Или они были? У меня уже утро. Только скрыты. Они были здесь. Скрыты! Они... Там написано Т1, а помню Т1, Т2, Т3 был уже давно, за памятные времена. В 12-11 годах. Потом уже эти классы А, Б, С, Д ввели. Вообще, наверное, что эти когда делать, я забыл. Что эти когда? Там же в тот момент еще блокбоксы все-таки. Да, еще блокбоксы были. Все делалось. Вот все скрыто. Мы сформировали. Да, говорят, 2 года игра вообще была без азаб, без нифига. А кто мог все закрыть, блядь? Ух! Блин, врезался. Спасибо, пихилю. Ну, ага, пиксик. Я заявку принял. Контакты в дисклоге. А, не буду. А не зачем? Дать пару советов по игре, например, вернуть копов. Ты немного хочешь. Вернуть копов, сделать. Еще 2-3 гонки проехать и все. Ага. Вернуть копу, взял, чтобы визуалка за бабки подавалась и за ноль. То, блин, нападается и дичь, и фиг что с ней сделаешь. Убавить еще подтверждение продажи, особенно кто мешает. О, блядь, накопилось куча дисков, и он хочет гадости, одевать некуда. И ни хрена с этого не получаешь. Вот именно.
покупаю. Спасибо. Опа. Эй. Бамс. На трафик полетел сейчас. Нормально, тачку меня только шить лучше. Срезка. Ну, серьезно, это просто скоро ненавидеть буду. А в карбоне вообще срезок не видно. Если ты возьмешь, ну, этого, да? Как разведчик, как еще? Да, этот, как его? Показатель будешь... срезок, что ли? А, надо будешь самому звучить срезки, иначе что-то на память. Наблюдатель, что ли? Ага, почему нам парников в карбоне нельзя было продавать, а? Не знаю. А, нет, там только уволить только можно было. Вот именно. Уволить, нанять. Почему вообще нельзя от них отказаться в карбоне? Я вот не знаю. С фасой съехал. Ну я только еду, я... Там чисто можно уволить и нанять бы, и всё. Ещё можно... А почему не продать? А ещё что там ещё была такая функция платить за напарника? Да? Да-да. В смысле? Что? Я об этом впервые узнал. Что, пацаны, я пересмотрел Иван Фой, позырю там, платить за напарника, типа... Функции. Которую, конечно же, потом вырезали. Потому что бабки, это, минусовались бы каждый раз. А бабки-то нужны так-то на прокачку тачки еще. Зато за напарником можно бесплатно тачку прокачивать. Ух ты. За две минуты ровно проехал эту трассу. 29.60. О, по кайфу. На поясик уже прошло, так сказать. Так, мы готовы к следующей гонке, ты. Слендер. А, меня что ли спрашиваете? Да, ты гоняешься или что? Так я не знаю, я доформлюсь до 50-го и скажу. Опять уехал в корвет с тем же никнеймом, блин. Сейчас скриншот надо. Ой, не корвет, точнее, а вайпер. Опа! Ой, корвет это за меня тут досаждает. Я здесь присоединюсь сейчас. Меня видно?
Да, я вышел из гонки. Так, ладно. Это 45 плюс 62, не хватит. На жалко принять меня еще не произвелось. Странно почему. Кстати, да, Гэт, я заметил, кстати, значительно медленнее здесь гонки проходят. А в городе они вжик, вжик и все, прошел. Ага. Не смей, не смей. Почему нет уже 49-й у меня же? Не знаю, у меня 50. Я до этого стал 7-й отклонялся. Там я пошел 9-й, это по факту. Женочный магазин, так, почему? Тащик сейчас заходит. Ну да. А, так у меня сейчас ходит, если я хранал. Бля, почти он это меня будет, на самом деле, лёг за свечки, пока тут стиль. Я уже скорее не успел. Блин. Ладно, давайте уж пока прокачаем. Я потом подумаю. Там же косики все себе фото 150 возьмут, а еще что-нибудь там хватают. Там еще я видел Мустанг, это из фильма Need for Speed. А, тот можно взять. Тот можно взять. Пускай-то 100% надо брать. Это типа. Пускай по кайфу, конечно. Мне понравилось. Довольно отзывчиво. Гет, тебе сколько осталось? Не знаю. Сейчас готовность висит, блин. А вот, пошел. Качал хоть машину, ни хрена не топит. Так. Я не знаю, мне одну-две гонки остается проехать и все, у меня 50 уровень будет. Как раз сейчас это с нами будет поедет. Сейчас так подожди, чуть мы докатаем. Что ты там делал? В гараже копался. Бамс, вырезался в бочке. Пока у меня на моторе не стоит этот золотой двигатель. Я вот, кстати, разница в управлении даже ощутима. Я куда за последний гонку сейчас пойду. А куда, если не секрет? Ты что, написал? Надо все надо здесь сделать и выпустить. Поэтому спас. Ничего нормально. Очень красиво. Я уже проехал. Пинок получился не особо аккуратный, правда? Да, нормально. Трафика нет, можно подталкивать. Конечно. Так,
Вот и копы появились, блин, тут. Как тут, блин. О! Тут я пытался, конечно, хотим убить. Ай! Бывает, я тоже прилетаю периодически. Фондер, сейчас гоняешься или нет? Я заканчиваю гонку. Мы тоже в какой-то мере. Ого, вайпер открыт. Правда. Не обратил внимания. Пока что у меня рекорд. Рекорд круга это 2 минуты и 1 секунда. Слушай, рекорд, слушай. 2 минуты 63 сотых секунды. Ребят, ты выделываешь, я столько не смогу. Понятно. А, так мне еще одну гонку надо проехать. У меня постоянно на кончиках не находится. Ладно, этот скоро подключусь.